Господин капитан, видите там аул, о котором я говорил? Тот самый. Сегодня там соберутся лучшие кони наших степей. Вы что-нибудь видите, Рейни? Черт возьми, мистер Кельвин. Алихан, вероятно, ошибся. Ошибся Алихан, ошибся я, Тони. Алихан, он сомневается, что здесь вообще может быть какая-то жизнь. Господин капитан, аул Ялкабая я найду с закрытыми глазами. Ручаюсь, что вы останетесь довольны. Только ехать туда лучше без солдат. Там ведь свадьба, понимаете? Скажи сержанту, чтобы ждали здесь и были наготове. Слушай, сэр. Каспийское правительство и английское командование настоящим доводят до сведения всех граждан, что всякие попытки к устройству беспорядков и выступления в пользу большевиков, в то время как союзные державы ведут войну, будут подавлены самыми энергичными мерами, вплоть до применения вооруженной силы. Халва и мед, не жалей кошелька, жизнь коротка. Подходи, народ, тут халва и мед. Открывай кошель и монеты, тратить могилу их все равно не взять. Подходи, народ, тут халва и мед, не жалей кошелька, жизнь коротка. И народ тут халва и мед. Подходи, народ, тут халва и мед. Не жалей кошелька. Он здесь, там в углу. Чайханчик, чаю мне. Отнеси. Дядя Аман велел кланяться. Это он. Закрывай чайхану.
Эй, вы, засиделись, хватит стучать. Керосин нынче больно подорожал. Ладно, ну, прощай, Гулам. Рустам, сынок, иди поиграй. Ефим, гляди в оба. Курбан Мирданов. Федор Иванович. Я от политотдела Ревоенсовета Красной Армии. Здесь инструкция, а вот здесь тексты новых листовок, а тут письмо о цели моего приезда. Есть такой капитан Кельвин. Крупная птица. По нашим сведениям, приехал сюда со специальным заданием своего правительства вывести в Англию всех чистокровных ахалтекинских коней. Мы давно следим за Кельвином, но вот подступиться к нему будет трудно. Все союзнические силы в его руках. Он готов на все, на подкуп, на обман, на убийство. Помешать ему будет очень сложно. И все-таки коней отстоять необходимо. Так решило наше командование. Сокол. Но купить его не пытайтесь. Кто хозяин? Тот, кто на нем. Не продаст коня ни за какие сокровища. Парень помешался на своем скакуне. Он для него и дом, и жена, и весь свет. Все готовы? Так. Начали. Время заметили?
Превосходно. Молодец! Ай, какой молодец! Получай, сынок, это от меня. Ты достойный сын Амана, настоящий джигит. Хороший человек был твой отец. Ты честно заслужил приз. Ты показал лучшее время, джигит. Вот это тебе от меня. Выиграла. Повезло тебе, сынок. Угощайтесь, угощайтесь. Свежий хлеб с чаем – самая прекрасная еда в мире. Что-то людно в последнее время стало в наших местах. Моя кошара как раз на развилке. Каждый день спрашивают дорогу. Может, коней надо спрятать нам? Как бы чего ни случилось с ними. Не беспокойтесь, они чебанов не трогают. Но все-таки. Мир вашему дому. Спасибо. Ну чего ты, чего ты? Чего не пускаешь? Гал, гал, гал. Ну чего? Украду я, что ли? Смог, смог, смог. Даром не дают. Ефимка пришел! Я сейчас! Thank you.
Налей мне, сынок. Атага, как здоровье? Спасибо. Что-то не узнаю тебя. Зато я вас знаю. Вам привет от наездника Нурнипеса. Нурнипеса? Эй, эй, не разговаривать! Нурнипес, а где он? Он сейчас в Красной Армии. А ну иди отсюда! Уходи! Ефимка, дедушка слышал, завтра новых коней приведут. Приходи смотреть. Завтра? Обязательно приду. И Рустамку возьми. Опа! Возьму. Мне пора. Ефим, м? Это твой знакомый? Угу. Добрый дядя, он не здешний. Ну что, поехали? Приедешь завтра за хлебом? Приеду, займи очередь. Ладно. На, держи. Ефим, чего ты с часовым ругался? Он тебя раньше на конюшню пускал? А, ну его. Не пускает в конюшню, гад. Одному дал папиросы, теперь все просят. А откуда они у меня? Ефим, а это твой друг? Как его? Мурат, что ли? Да, Мурат. Он умеет держать язык за зубами? Он пацан, что надо. Ефим, скажи Мураду, чтобы завтра вместо него в город за хлебом приехал его дедушка. Скажешь? Угу. Хорошо. Подожди. На, отдашь своему сипаю. Смотри, сам не балуйся. Нужны они мне. Сам такой же остался в Мары. Сколько лет? 10. Учиться надо ему. Он толковый у меня. Соберусь деньгами, гимназию его отдам. Ну, на, мама. А? Ездите верхом? Да, случалось в молодости. А стрелять случалось вам? Нет. Какой вояка из меня? А в чем дело? Люди нужны нам. Позарез. Нет, Курбан. В таком деле я тебе не помощник. Понятно. На вашей верблюдице нет нашей поклажи. Гулам! Гулам Курт, как дела? Да какие дела в такие времена, Алихан? Завари-ка мне чаю, Гулам. Да гляди покрепче. Разумеется. Кандым, поздравь меня с удачей. 5 чистокровных жеребцов привели мы вчера. Елочи в моих руках. Вчера на станции 2 паровоза взорвали. Охрана ищет по городу красных бандитов. Ты теперь больше в городе не появляйся. Ты меня у развалин. По вечерам.
Чего еще желаете, господин Алихан? Спасибо, Гулам, только чаю. Документы. Сиди спокойно. Ваши документы? Он со мной. Это Алихан тот самый? Да, это он. Алихан ага. У меня к вам есть просьба. Ты кто такой? Откуда меня знаешь? Я копыр у англичан. Меня в ногу ранило. Сейчас я работаю кучером. А так я наездник. Люблю коней. Наездник? Я знаю всех наездников Ахала. Я сам из Мары. Приехал на заработки. А чего от меня хочешь? Меня к себе не возьмете? Смотреть за конями. Мне деньги нужны. Найдем ему работу, а? Здрасте, Атага. А, Ефимка, это ты. Как поживаешь? Неплохо. Я вам очередь занял. Там Рустамка стоит. Спасибо, сынок. Дядя Курбан, кучер передал, что ждет вас в конце улицы. Ефимка, беги к дяде Феде, скажи, тут подозрительный какой-то. Пусть приходит скорей. Уйдет, черт. Ты беги к дяде Феде, а я пойду за ним. Подумайте хорошенько, Атага. Дело это рискованное. Ты мне в душу заглянул, Курбан. Плохие мы наследники своих отцов, если не можем сберечь нашу славу. Гордость нашей земли чистокровных ахалтекинских скакунов почти не осталась. Англичане сговорились с этим конокрадом Алиханом. А он знает чистокровных коней. Всех наперечет. От него ни одного скакуна скрыть невозможно. Беда. Сердце обливается кровью. А что сделаешь? Атага. Я видел вчера замки на конюшнях. Ключи у меня, сынок. Только как у тебя с людьми, нужно много людей. Там большая охрана. Людей пока двое, ты и я. Да, не густо. Thank you.
Опа! Благодарю. На-на, стой, стой. Но, не баловать мне. Карловач. От Дардапеля и Махмал 4 года. Хопа! Хоп-хоп! О, молодец. Хоп-хопа! Хоп! Прошу. За ваши успехи, Кевин. Хоп-хоп! Опа! Опа! Опа-опа! Молодец! Красавец, оп, оп. Конь. Опа! Вам нравится? Оп, оп. Он ваш, Анна Михайловна. Оп. Опа, оп. Вы с ума сошли, Дэвид. Оп-оп! Ну-ну, стой, стой! Какой конь? Прекрасный. Он стоил мне моих швейцарских часов. Опа, опа. Ох. Опа. Тут и заслуга Рейни, сэр. Тони рисковал головой. Да вы герой, Тони. Завтра я отправлю его в очередную экспедицию, сэр. При удаче он удивит вас еще больше. Подходи, народ, тут халва и мед, не жалей кошелька, жизнь коротка. Может, подходи, народ. Мне есть не на что. Мне самому жрать нечего. Подходи, народ, тут халва и мед. Сынок, ты предложи часы чайханщику Гулам. Чайханчик, неси ведра. Курбан, вон вчерашний. Эй, парень, подожди. Дядя Курбан, он прячется за конюшней во враге. Я за ним следил. Кто тебя просил следить? Чтобы это было в последний раз. Анна, вам же нравится конь, я вижу. Нравится, но принять его в дар я не могу. Значит, вы не верите в мою искренность. Я просто люблю свободу, Дэвид. Thank you.
Там разбойник, Дэвид. Может, галлюцинация от быстрой езды? Пожалуйста, Анна Михайловна. Благодарю вас, Алихан. Рад служить вам, Анна Михайловна. Ваша красота даже варвара делает рыцарем. Что вы так носитесь с ним, Дэвид? Боюсь потерять его. Он мой проводник. Моя Ариаднина нить в лабиринте этих гор. Стой! Успокойся, хороший. Из какой горячей. Пошли мы с тобой водички попьем. Не пугайся, красавец. Хороший, хороший, хороший. Thank you.
Иди! Иди! Стой, стой! Не дергай его! Не дергай его, собака! Разве не знаешь, что ему нет цены? Где я тебе велел ждать меня? Хочешь так все дело погубить? А, хозяин, хорошо скачешь. Тебя бы надо пристрелить, как собаку. Но ты нам нужен. Возьмешь его с собой, объяснишь, что к чему. Если не поймет, прикончишь его. Чу! Хозяин, от безделья наши люди уже не знают, куда деваться? Так и разбежаться могут. Некогда сейчас разговаривать. Уходи скорее, погоня рядом. Быстрее уходи! Чу, чу! Старик, капитан хочет отблагодарить тебя. Тебе же говорят, быстрее! Я оставил тебя на конюшне, потому что ты прославился как бог коней. Ты говоришь, что Алихан тут ни при чем. Ты говоришь, что конь сам вырвался у тебя. Кому? И за сколько ты продался, старик? Не скажешь? Живым отсюда не выйдешь. Господин, не надо мне угрожать оружием. Мне не страшно. Я не вам служил. А коням, в которых наши предки, наши отцы вложили столько любви и пота, это не продается ни за какие деньги. Для туркмена его конь дороже всех после отца. Он его душа. Наши предки считали, что конь для человека как крылья для птиц. Твое счастье, что мы поймали злочина. В следующий раз, если что случится с конями, именно ты ответишь головой. Сержант! Сержант! Караулы проверять через каждые полчаса. Без меня никого на конюшню не пускать. И господин Алихан, я сказал никого. Я не знаю, кому верить. Даже преданный нам Алихан в любую минуту готов всадить мне нож в спину. Но поймите, Кельвин, у меня нет людей, чтобы увеличить охрану ваших коней. Вы обязаны, сэр.
Вы прекрасно знаете, что я здесь со специальным заданием правительства. Если хоть один волос упадет с собранных мной коней, вы ответите наравне со мной. Я не хочу с вами ссориться, Кельвин. Но вы прекрасно знаете, что есть секретный приказ о незаметном отводе наших войск с фронта. Вчера был отправлен в Красноводск последний взвод. Единственное, пожалуй, что я могу сделать, это обратиться к коменданту города. Ограждая меня от разбойников, передаете в руки белогвардейского отребья. Поймите, подполковник, каких трудов стоил каждый из этих коней. Сейчас в песках легче найти птичье молоко, чем отыскать чистокровного халтыкинца. Царский генерал Мадридов перестарался в 16-м году. По его приказу из Туркмении вывезены 5000 чистокровных жеребцов. 5000! Каждый на вес золота. 5000 уникальных созданий были брошены в русско-германскую мясорубку. Теперь каждый конь для меня — это игра со смертью, сэр. Гулам, бутылку. Сейчас. Тащи себе стакан. Здравствуйте. А, кучер. Добрый день. Вот кто мне составит компанию. Садись. Сядь сюда. Пей. Я не пью, Алихан ага. Хочешь сказать, что ты истинный мусульманин? Ты сегодня со своей бочкой чуть не лишил меня лучшего коня. Когда я не в настроении, кучер, лучше не показывайся мне на глаза. Эй, вставай, проспишь дележку. Мы делим обещание Алихана. Отстань, я спать хочу. Ну, спи, а я выпью. Лучше бы водку пил. А ты поделил справедливо. По 100 баранов каждому. Слушай, Кандын, чего ждать Алихана? Давай сами перережем англичан и уведем коней. Позарез нужны бараны. Есть аул в Иране. В нем живет прекрасная, как луна, курдянка. Я ее сосватаю. 50 баранов, и она будет моей. А как называется этот аул? Я все 100 баранов за невесту отдам. Эй, Кёр, поищи себе невесту в другом месте. В мой аул и соваться не пробуй. Чего взбесился? Кто больше баранов даст, тот и невесту возьмет. Ах, я тебе покажу, кто больше даст баранов. Отстань! Ты ко мне в душу лезешь? Придумай себе другой аул и живи баранов! Уйди! Эй, дайте спать! Пока Алихана дождетесь, и бараны будут чужими, и невеста достанется другому. Достанется? Кому достанется? Говори, старый шакал! Эй! Если ты еще раз тронешь моего отца, я зарежу тебя, как теленка! А ну вас! Кандым, пойди к Алихану, скажи, пусть поторопится, пока мы друг друга не перерезали. На этой неделе не будет дела. Мы с сыном уйдем отсюда. Никуда не пойдешь, пока Алихану свой долг не выплатишь. Тебе ясно? Алихан велел ждать. Если не веришь, у него спроси. Будет скоро тебе работа. Знаешь, что это за парень? Хозяин того лачина, которого Алихан обещал Хасан-Алибеку. А тот хочет подарить этого коня самому иранскому шаху. Залачина Хасан-Алибек уже дал Алихану задаток золотом. Алихан должен кровь из носа доставить лачину в Иран. Так что, выходит, твой лачин нужен не только одному тебе. Хватит поститься, а то подохнешь с голоду.
Ну, поешь давай. Что такое? Кто стрелял? За мной! А? Сюда! Куда лезешь? Поймай петуха, старый хрыч! Я кому сказал? Поймай петуха! Послушай, сынок, не надо, не трогай меня! Ну, последний раз говорю! Я уже старый, у меня ноги не ходят. Все возьмите! Лови петуха! Давай, лови! Не поймаешь, убью! Посмеялись и хватит пердить, а то старик ноги протянет. Лови! Может, хватит? Где у тебя совесть? Он тебе в деды... Пускай ловит! Перди! Не могу, сынок. Устал. Лови!
и угнали какого-то коня. А сами попались в руки Кельвина. Вот черти. Только этого не хватало. Значит, ждать нельзя. Кельвин лютует, говорят, зверь зверем. Этому гаду ничего не стоит расстрелять мальчишек. Детей закопали в навоз. Они долго не протянут. Так как же быть? Дело плохо. Детей нужно спасти. С утра голову ломаю. Людей мало. Сколько наберется? Четверо с тобой. Угу. Федор Иванович, тогда так, дождитесь меня. Я поехал. Приведу и тех двоих. Ну, те, которые в банде. Ага, договорились. Я успею до темноты. Федор Иванович, я рискнула прийти сюда. Только что у меня был Кельвин. Он уходит в 12 ночи. Погоди-ка. Где вас черти носят? Мы ждем вас целый час. Простите, господин капитан. Пришлось немного задержаться. Заехал попрощаться со старухой матерью. Кто знает, что нас ждет. Что-то не замечал за вами такой слабости. По коням! Прощайте, сэр. До встречи, капитан. Я же сказал тебе, сиди во враге. Это кто такой? Куламага? Что он задумал? Гони быстрей! Там что-то стряслось! Thank you.
Принеси воды. Сейчас. Стой, стой. Держи веревку. Скорее, ребят. Вода. На, попей. Курбан? Да. Англичане могут появиться с минуты на минуту. Бери ребятишек и уходите быстрей. А Дага пришел в себя? Ему совсем плохо. Отнесли в Мазанку, с ним Егорыч. Что же делать? Его нельзя оставлять. Что-нибудь придумаем. Если что, отойдем к оврагу. А вы уходите быстрей. Держи его крепче. Хорошо. Быстрее. Атага. Ему уже лучше. Англичане подходят. Пойду отвлеку. Терпи, дед, терпи. Отдыхай. А мне надо Федору Ивановичу помочь. Отлучусь ненадолго. А тебя запру снаружи. Никто и не подумает. Проверьте двор. Может, кто-то остался в живых. Окружить сток. Взять живым. Где же патроны? Дурья голова. Где кони? Где кони, я спрашиваю? Где кони, старый хрыч?
Я не знаю в этой местности ни одного колодца. Не найдем колодца, нам конец. На этот раз ты ошибся, Лихан. Это тебе конец. Сэр, всадники! Я предлагаю, оставь коней и уходи, куда захочешь. Тебе еще не ясно, что это ты должен убраться? Алихан без воды долго не продержится. Узнать бы, сколько их в банде. Ты что? Иди к ребятам и не высовывайся. Можно я проскочу на лачине и узнаю, сколько их? Нет. Это опасно. Все равно пойду. Я должен это сделать. Ефимка, что ты делаешь? Я им докажу, на что я способен. Стой. Бери, будь осторожен. Окружают! Нет уж, мне своя жизнь дороже коней. Хватит! Стойте, собачки! Чего испугали сослиные головы? Перестреляю! Чертенок! Застрелят эти. Давлет! Давлет, давай! Лачин? Не умру, вернусь. Не вздумайте отступать. Перебью всех без пощады. Бежите назад! Сказано биться до конца! Стрелять буду! Иди сюда, иди скорей. Живой, родной мой, ну и напугал.
Господин капитан, видите там аул, о котором я говорил? Тот самый. Сегодня там соберутся лучшие кони наших степей. Вы что-нибудь видите, Рейни? Черт возьми, мистер Кельвин. Алихан, вероятно, ошибся. Ошибся Алихан, ошибся я, Тони. Алихан, он сомневается, что здесь вообще может быть какая-то жизнь. Господин капитан, аул Ялкабая я найду с закрытыми глазами. Ручаюсь, что вы останетесь довольны. Только ехать туда лучше без солдат. Там ведь свадьба, понимаете? Скажи сержанту, чтобы ждали здесь и были наготове. Слушаюсь, сэр. Правительство и английское командование настоящим доводят до сведения всех граждан, что всякие попытки к устройству беспорядков и выступления в пользу большевиков, в то время как союзные державы ведут войну, будут подавлены самыми энергичными мерами, вплоть до применения вооруженной силы. Халва и мед, не жалей кошелька, жизнь коротка. Подходи, народ, тут халва и мед. Открывай кошели, монеты трать, ведь могилу их все равно не взять. Подходи, народ, тут халва и мед, не жалей кошелька, жизнь коротка. Подходи, народ, тут халва и мед. Подходи, народ, тут халва и мед. Не жалей кошелька. Он здесь, там в углу. Чайханчик, чаю мне. Отнеси. Дядя Аман велел кланяться. Это он. Закрывай чайхану.
Эй, вы, засиделись, хватит стучать. Керосин нынче больно подорожал. Ладно, прощай, Гулам. Рустам, сынок, иди поиграй. Ефим, гляди в оба. Курбан Мирданов. Федор Иванович. Я от политотдела Ревоенсовета Красной Армии. Здесь инструкция, а вот здесь тексты новых листовок, а тут письмо о цели моего приезда. Есть такой капитан Кельвин. Крупная птица. По нашим сведениям, приехал сюда со специальным заданием своего правительства вывести в Англию всех чистокровных ахалтекинских коней. Мы давно следим за Кельвином, но вот подступиться к нему будет трудно. Все союзнические силы в его руках. Он готов на все, на подкуп, на обман, на убийство. Помешать ему будет очень сложно. И все-таки коней отстоять необходимо. Так решило наше командование. Его не пытайтесь. Кто хозяин? Тот, кто на нем. Не продаст коня ни за какие сокровища. Парень помешался на своем скакуне. Он для него и дом, и жена, и весь свет. Все готовы? Так. Начали. Время заметили?
превосходно. Молодец! Ай, какой молодец! Получай, сынок, это от меня. Ты достойный сын Амана, настоящий джигит. Хороший человек был твой отец. Ты честно заслужил приз. Ты показал лучшее время, джигит. Вот это тебе от меня. Выиграла. Повезло тебе, сынок. Угощайтесь, угощайтесь. Свежий хлеб с чаем – самая прекрасная еда в мире. Что-то людно в последнее время стало в наших местах. Моя кошара как раз на развилке. Каждый день спрашивают дорогу. Может, коней надо спрятать нам? Как бы чего ни случилось с ними. Не беспокойтесь, они чабанов не трогают. Но все-таки. Мир вашему дому. Спасибо. Ну чего ты, чего ты? Чего не пускаешь? Гал, гал, гал. Ну чего? Украду я, что ли? Смах, смах, смах. Даром не дают. Thank you.
Налей мне, сынок. А так, а как здоровье? Спасибо. Что-то не узнаю тебя. Зато я вас знаю. Вам привет от наездника Нурнипеса. Нурнипеса? Эй, эй, не разговаривать! Нурнипес, а где он? Он сейчас в Красной Армии. А ну иди отсюда! Уходи! Ефимка, дедушка слышал, завтра новых коней приведут. Приходи смотреть. Завтра? Обязательно приду. И Рустамку возьми. Опа. Возьму. Мне пора. Ефим, м? Это твой знакомый? Угу. Добрый дядя, он не здешний. Ну что, поехали? Приедешь завтра за хлебом? Приеду, займи очередь. Ладно. На, держи. Ефим, м? Чего ты с часовым ругался? Он тебя раньше на конюшню пускал? А, ну его. Не пускает в конюшню, гад. Одному дал папиросы, теперь все просят. А откуда они у меня? Ефим, а это твой друг? Как его? Мурат, что ли? Да, Мурат. Он умеет держать язык за зубами? Он пацан, что надо. Ефим, скажи Мураду, чтобы завтра вместо него в город за хлебом приехал его дедушка. Скажешь? Угу. Хорошо. Подожди. На, отдашь своему сипаю. Смотри, сам не балуйся. Нужны они мне. Сам такой же остался в Мары. Сколько лет? 10. М. Учиться надо ему. Он толковый у меня. Соберусь деньгами, гимназию его отдам. Гламага. А? Ездите верхом? Да, случалось в молодости. А стрелять случалось вам? Нет. Какой вояка из меня? А в чем дело? Люди нужны нам. Позарез. Нет, Курбан. В таком деле я тебе не помощник. Понятно. На вашей верблюдице нет нашей поклажи. Гулам! Гулам Курт, как дела? Да какие дела в такие времена, Алихан? Завари-ка мне чаю, Гулам. Да гляди покрепче. Разумеется. Кандым, поздравь меня с удачей. 5 чистокровных жеребцов привели мы вчера. Елочи в моих руках. Вчера на станции 2 паровоза взорвали. Охрана ищет по городу красных бандитов. Ты теперь больше в городе не появляйся. И меня у развалин. По вечерам.
Чего еще желаете, господин Алихан? Спасибо, Гулам, только чаю. Документы. Сиди спокойно. Ваши документы? Он со мной. Это Алихан тот самый? Да, это он. Алихан ага. У меня к вам есть просьба. Ты кто такой? Откуда меня знаешь? Я копы рыл англичан. Меня в ногу ранило. Сейчас я работаю кучером. А так я наездник. Люблю коней. Наездник? Я знаю всех наездников Ахала. Я сам из Мары. Приехал на заработки. А чего от меня хочешь? Меня к себе не возьмете? Смотреть за конями. Мне деньги нужны. Найдем ему работу, а? Здрасте, Атага. А, Ефимка, это ты. Как поживаешь? Неплохо. Я вам очередь занял. Там Рустамка стоит. Спасибо, сынок. Дядя Курбан, кучер передал, что ждет вас в конце улицы. Ефимка, беги к дяде Феде, скажи, тут подозрительный какой-то. Пусть приходит скорей. Уйдет, черт. Ты беги к дяде Феде, а я пойду за ним. Подумайте хорошенько, Атага. Дело это рискованное. Ты мне в душу заглянул, Курбан. Плохи мы наследники своих отцов, если не можем сберечь нашу славу. Гордость нашей земли чистокровных ахалтекинских скакунов почти не осталась. Англичане сговорились с этим конокрадом Алиханом. А он знает чистокровных коней. Всех наперечет. От него ни одного скакуна скрыть невозможно. Беда. Сердце обливается кровью. А что сделаешь? Атага. Я видел вчера замки на конюшнях. Ключи у меня, сынок. Только как у тебя с людьми, нужно много людей. Там большая охрана. Людей пока двое, ты и я. Да, не густо. Thank you.
Благодарю. Но, стой. Но, не болоть мне. Карловач от Дардапеля и Махмал 4 года. Хопа! Хоп-хоп! О, молодец. Хоп-хопа! Хоп! Прошу. За ваши успехи, Кевин. Хоп-хоп! Опа! Опа! Опа-опа! Молодец! Красавец, оп, оп. Конь. Опа! Вам нравится? Оп-оп! Он ваш, Анна Михайловна. Оп-оп! Вы с ума сошли, Дэвид? Оп-оп! Ну, стой! Какой конь? Прекрасный. Он стоил мне моих швейцарских часов. Тут заслуга Рейни, сэр. Тони рисковал головой. Да вы герой, Тони. Завтра я отправлю его в очередную экспедицию, сэр. При удаче он удивит вас еще больше. Подходи, народ, тут халва и мед, не жалей кошелька, жизнь коротка. Может, подходи, народ. Мне есть не на что. Мне самому жрать нечего. Подходи, народ, тут халва и мед. Сынок, ты предложи часы чайханщику Гулам. Чайханчик, неси ведра. Курбан, вон вчерашний. Эй, парень, подожди. Дядя Курбан, он прячется за конюшней во враге. Я за ним следил. Кто тебя просил следить? Чтобы это было в последний раз. Анна, вам же нравится конь, я вижу. Нравится, но принять его в дар я не могу. Значит, вы не верите в мою искренность. Я просто люблю свободу, Дэвид. Разбойник, Дэвид. Может, галлюцинация от быстрой езды?
Пожалуйста, Анна Михайловна. Благодарю вас, Алихан. Рад служить вам, Анна Михайловна. Ваша красота даже варвара делает рыцарем. Что вы так носитесь с ним, Дэвид? Боюсь потерять его. Он мой проводник. Моя Ариаднина нить в лабиринте этих гор. Стой! Успокойся, хороший. Из какой горячий. Пошли мы с тобой водички попьем. Не пугайся, красавец. Хороший, хороший, хороший. Thank you.
Иди! Иди! Стой, стой! Не дергай его! Не дергай его, собака! Разве не знаешь, что ему нет цены? Где я тебе велел ждать меня? Хочешь так все дело погубить? А, хозяин, хорошо скачешь. Тебя бы надо пристрелить, как собаку. Но ты нам нужен. Возьмешь его с собой, объяснишь, что к чему. Если не поймет, прикончишь его. Чу! Хозяин, от безделья наши люди уже не знают, куда деваться. Так и разбежаться могут. Некогда сейчас разговаривать. Уходи скорее, погоня рядом. Быстрее уходи! Чу, чу! Старик, капитан хочет отблагодарить тебя. Тебе же говорят, быстрее! Я оставил тебя на конюшне, потому что ты прославился как бог коней. Ты говоришь, что Алихан тут ни при чем. Ты говоришь, что конь сам вырвался у тебя. Кому? И за сколько ты продался, старик? Не скажешь? Живым отсюда не выйдешь. Господин, не надо мне угрожать оружием. Мне не страшно. Я не вам служил. А коням, в которых наши предки, наши отцы вложили столько любви и пота, это не продается ни за какие деньги. Для туркмена его конь дороже всех после отца. Он его душа. Наши предки считали, что конь для человека как крылья для птиц. Твое счастье, что мы поймали злочина. В следующий раз, если что случится с конями, именно ты ответишь головой. Сержант! Сержант! Караулы проверяют через каждые полчаса. Без меня никого на конюшню не пускать. И господин Алихана, я сказал никого. Я не знаю, кому верить. Даже преданный нам Алихан в любую минуту готов всадить мне нож в спину. Но поймите, Кельвин, у меня нет людей, чтобы увеличить охрану ваших коней. Вы обязаны, сэр.
Вы прекрасно знаете, что я здесь со специальным заданием правительства. Если хоть один волос упадет с собранных мной коней, вы ответите наравне со мной. Я не хочу с вами ссориться, Кельвин. Но вы прекрасно знаете, что есть секретный приказ о незаметном отводе наших войск с фронта. Вчера был отправлен в Красноводск последний взвод. Единственное, пожалуй, что я могу сделать, это обратиться к коменданту города. Ограждая меня от разбойников, передаете в руки белогвардейского отребья. Поймите, подполковник, каких трудов стоил каждый из этих коней. Сейчас в песках легче найти птичье молоко, чем отыскать чистокровного халтыкинца. Царский генерал Мадридов перестарался в 16-м году. По его приказу из Туркмении вывезены 5000 чистокровных жеребцов. 5000! Каждый на вес золота. 5000 уникальных созданий были брошены в русско-германскую мясорубку. Теперь каждый конь для меня — это игра со смертью, сэр. Булам, бутылку. Сейчас. Тащи себе стакан. Здравствуйте. А, кучер. Добрый день. Вот кто мне составит компанию. Садись. Сядь сюда. Пей. Я не пью, Алихан ага. Хочешь сказать, что ты истинный мусульманин? Ты сегодня со своей бочкой чуть не лишил меня лучшего коня. Когда я не в настроении, кучер, лучше не показывайся мне на глаза. Эй, вставай, проспишь дележку. Мы делим обещание Алихана. Отстань, я спать хочу. Ну, спи, а я выпью. Лучше бы вот купил. А ты поделил справедливо. По 100 баранов каждому. Слушай, Кандын, чего ждать Алихана? Давай сами перережем англичан и уведем коней. Позарез нужны бараны. Есть аул в Иране. В нем живет прекрасная, как луна, курдянка. Я ее сосватаю. 50 баранов, и она будет моей. А как называется этот аул? Я все 100 баранов за невесту отдам. Эй, Кёр, поищи себе невесту в другом месте. В мой аул и соваться не пробуй. Чего взбесился? Кто больше баранов даст, тот и невесту возьмет. Ах, я тебе покажу, кто больше даст баранов. Отстань! Ты ко мне в душу лезешь? Придумай себе другой аул и не надо! Уйди! Эй, дайте спать! Пока Алихана дождетесь, и бараны будут чужими, и невеста достанется другому. Достанется? Кому достанется? Говори, старый шакал! Эй! Если ты еще раз тронешь моего отца, я зарежу тебя, как теленка! А ну вас! Кандым, пойди к Алихану, скажи, пусть поторопится, пока мы друг друга не перерезали. На этой неделе не будет дела. Мы с сыном уйдем отсюда. Никуда не пойдешь, пока Алихану свой долг не выплатишь. Тебе ясно? Алихан велел ждать. Если не веришь, у него спроси. Будет скоро тебе работа. Знаешь, что это за парень? Хозяин того лачина, которого Алихан обещал Хасан-Алибеку. А тот хочет подарить этого коня самому иранскому шаху. Залачина Хасан-Алибек уже дал Алихану задаток золотом. Алихан должен кровь из носа доставить лачину в Иран. Так что, выходит, твой лачин нужен не только одному тебе.
Хватит поститься, то подохнем с голоду. Ну, поешь давай. Что такое? Кто стрелял? За мной! А сюда! Куда лезешь? Поймай петуха, старый хрыч! Я тому сказал! Поймай петуха! Послушай, сынок, не надо, не трогай меня! Ну, последний раз говорю! Я уже старый, у меня ноги не ходят. Все возьмите! Лови петуха! Давай, лови! Не поймаешь, убью! Цып-цып! Ну! Цып-цып! Лови! Цып-цып-цып! Посмеялись и хватит пердей, а то старик ноги протянет. Лови! Может, хватит? Где у тебя совесть? Он тебе в деды... Пускай ловит! Пердик! Не могу, сынок. Устал. Лови!
и угнали какого-то коня. А сами попались в руки Кельвина. Вот черти. Только этого не хватало. Значит, ждать нельзя. Кельвин лютует, говорят, зверь зверем. Этому гаду ничего не стоит расстрелять мальчишек. Детей закопали в навоз. Они долго не протянут. Так как же быть? Дело плохо. Детей нужно спасти. С утра голову ломаю. Людей мало. Сколько наберется? Четверо с тобой. Угу. Федор Иванович, тогда так, дождитесь меня. Я поехал. Приведу и тех двоих. Ну, те, которые в банде. Ага, договорились. Я успею до темноты. Федор Иванович, я рискнула прийти сюда. Только что у меня был Кельвин. Он уходит в 12 ночи. Погоди-ка. Где вас черти носят? Мы ждем вас целый час. Простите, господин капитан. Пришлось немного задержаться. Заехал попрощаться со старухой матерью. Кто знает, что нас ждет. Что-то не замечал за вами такой слабости. По коням! Прощайте, сэр. До встречи, капитан. Я же сказал тебе, сиди во враге. Это кто такой? Кулам-ага. Что он задумал? Гони быстрее! Там что-то стряслось! Гулам-ага! Ложись, убьют!
Принеси воды. Сейчас. Стой, стой. Держи веревку. Скорее, ребята. Вода. На, попей. Курбан, а? Англичане могут появиться с минуты на минуту. Бери ребятишек и уходите быстрей. А Тага пришел в себя? Ему совсем плохо. Отнесли в Мазанку, с ним Егорыч. Что же делать? Его нельзя оставлять. Что-нибудь придумаем. Если что, отойдем к оврагу. А вы уходите быстрее. Держи его крепче. Хорошо. Быстрее. Ага. Ему уже лучше. Англичане подходят. Пойду отвлеку. Терпи, дед, терпи. Отдыхай. А мне надо Федору Ивановичу помочь. Отлучусь ненадолго. А тебя запру снаружи. Никто и не подумает. Проверьте двор. Может, кто-то остался в живых. Окружить сток. Взять живым. Где же патроны? Дурья голова. Где кони? Где кони, я спрашиваю? Где кони, старый хрыч? Ищи их. Найдешь в песках могилу свою вместо коней.
Я не знаю в этой местности ни одного колодца. Не найдем колодца, нам конец. На этот раз ты ошибся, Лихан. Это тебе конец. Сэр, всадники! Я предлагаю, оставь коней и уходи, куда захочешь. Тебе еще не ясно, что это ты должен убраться? Алихан без воды долго не продержится. Узнать бы, сколько их в банде. Ты что? Иди к ребятам и не высовывайся. Можно я проскочу на лачине и узнаю, сколько их? Нет. Это опасно. Все равно пойду. Я должен это сделать. Ефимка, что ты делаешь? Я им докажу, на что я способен. Стой. Бери, будь осторожен. Нет уж, мне своя жизнь дороже коней. Хватит! Стойте, собачки! Чего испугали сослиные головы? Перестреляю! Чертенок! Застрелят эти. Давлет! Давлет, давай! Лачин? Не умру, вернусь. Не вздумайте отступать. Перебью всех без пощады. Бежите назад! Сказано биться до конца! Стрелять буду! Иди сюда, иди скорей. Живой, родной мой, ну и напугал.